Приветствую всех, уважаемые зрители. С вами Черный Металл. Игра 7 Days. Я все-таки решил добежать. Так. Так, хотя бы что-то видно. Ну, что я могу сказать? По улице бегают сплошные фералы. То есть обычных зомби уже нет, все, одни фералы. А штук 6 завалил, ну ладно, это не столь важно. К общему подсчету это, как говорится, не сгодится в роль. Сколько уже там забито, убито. Короче, многовато. Так. Сейчас надо вспомнить, где тут вот. Во-первых, еще свои шмотки забрать бы не помешало, кстати говоря. Начнем вот с этого для начала. А то что-то я бойкий хлопец. Ну сколько дерьма-то насобирал, а? Не, ну то, что по улицам шляются одни фералы, это... Ну, не скажу, что это прикольно. Необычно. Когда за тобой 5-6 фералов увязывается. Но с прибором ночного видения от них убежать вполне реально, я вам скажу. Еще плюс у него другие скиллы немножко прокачаны. Да. Изумрудный цвет, друзья мои, будут не... А, нет, лучше так буду бегать. Ну его нафиг. Это интереснее уже. Вот и фералы проломили. Ох, красавица. Не. У меня патроны есть, нифига не прокатит. Так, а бегают они как-то странно довольно-таки. Ну да ладно. А можно аптечек мне, а? Ты, блин, забываю их все взять. Можно кровушки напиться. Ой, это надолго. Хотя я бы не сказал. Все ж таки интересно посмотреть, что в этом ящике. Там, скорее всего, сверху надо прыгать. Ну да ладно. Откройся! Фу ты, ё-моё. И ради этого я здесь конопатился, да? Блин, а мне ремок-то хватит? Вот тут что-то у меня вопрос поинтереснее стал. Раньше я помню, здесь в исследовательском центре зомби были супер мощные. Здесь что-то сейчас смотрю, говно какое-то. Где? Оу-оу! Блин. Откуда ты взялась-то, подруга? Хрен, они бить умеют хорошо так в полете. Так, здесь очень много всяких няшных вкусняшностей. Я понимаю теперь, чем это здание ценно. Смотри, какая лепота. Блин, вот он на хлама. Ни черта полезного, ни одной аптечки. Ван рецепт.
Чё, блин? Еще один ван рецепт. Так, кроулер есть. Это майзбот. Точно не нужно, это не нужно. Скоп 2х у меня хватает. Это книга обычная. Это вообще нахрен можно выкинуть. Это у нас тоже не нужно. Таблеточки, пожалуй, я сожру одну сразу. Так. Канаба. О, блин, я не знаю, что здесь нужно-то, что не нужно. Вот это точно не нужно. Это не пригодится. Электроника тоже в лес. Гранаты, гранаты, гранаты. Водички попьем. Кресло в лес. Черкойл тоже туда же. Вместе с пивом. А метку можно перекусить. Так, что здесь я еще не полутал? Давай-ка посмотрим. Так, ну сразу видно, какая-то исследовательская лаборатория. Даже очень, скажу вам честно, приятно смотреть. Так, полис не нужен. Уже день, отлично. Книжка тоже не нужна. Тальваджер есть, спид есть. Бернинг тоже есть. Нитки. Так, что у нас здесь еще есть? Больше толком ни хрена нет. А, ну понятно. Это все не то, что я ищу. Не, ну ночью здесь, конечно, бродить это очень жестко, друзья. Это, блин, не каждому. По нервам. Уж точно не мне. Вообще прикольно было, но все ж таки. Так, пластик. О, кремочек есть, отлично. Крем, крем, крем. Так. Пока у меня хп-ха не упала, пока я подъюзну немного. Так, здесь хоть есть аптечки, отлично. Так, вот это забираю, остальное нафиг. Хорошо. Итак, с аптечками. Не, ну вообще-то вот это мне нравится, что ты приходишь, здесь есть что полутать. А то кто помнит, блин, когда еще в 16-й альфе приходишь, и тебе надо просто, я извиняюсь за выражение, пиздюхать наверх, и только там вы можете что-то полутать нормальное. Все. Остальные этажи полностью бесполезны, по сути. Тут никого нет, что ли? Да ладно вам. Гоните. Не верю. Тишина, да прям спокойствие. А, ну да, я вспомнил. Да. Это тяжело забыть. Так, ну погоди-ка, они ж прибежали-то откуда-то отсюда. А я здесь не бродил даже. Я понял. Это значит, мне надо потом возвращаться и на лифт чесать. Ёшкин ты кот. О, блин, засада. Ну ладно, кто знал. Я в этих зданиях довольно редко бываю. Нет, конечно, мне это не нравится.
Раньше зомби здесь были злее в разы. Что стоило, кто помнит, зомби-полицейский с этим. Радиоактивный, который здесь был. Ох, они мне тут приколов-то надоставляли-то. Приколов и удовольствия. Алкоголь, опять эта хрень. Так, здесь специфических ресов, я смотрю, можно набрать, да? Это любопытно. Кому не хватает электроники и механики, тот тоже может здесь поразвлекаться, смотрю. 20 бутылок. Ну, уже напоминает, честно говоря, какую-то исследовательскую лабораторию. Но правда то, что и зомби так спокойно могут уходить с этих окон, это как-то, ну... Я вот хотел... А, всего 81 патрон, ну, это не так много. Так, ладно. Да я подумаю, что выбросить. Во-первых, давай вот это вот зажжем. Military Fiber мне не нужен. Краска какого цвета? Так. Книги, книги, книги. Я-да-да-да-дан. Камни мне не нужны. Бумагу лучше оставлю. Блин, угля там многовато, чтобы выбрасывать. Эта хрень вообще не нужна, в принципе. Прикольная, конечно, подсветка. Ну-ка. Здесь каждому предмету надо бы хоть... Какое-то нормальное такое, знаете. Обозначение, к примеру. Нет необходимости их тупо использовать. Вот этого в играх и не хватает такого рода. В своем большинстве. Ну, слушай, и до лестницы добрался, блин, нормально, мне нравится. Вполне. Да ёшкин ты матрёшкин, я понял, кто это. Так, ну чё, всё?
Хрен с ним, пусть они там долбятся. Это вообще нифига не понятно. Так. Это есть, это мне не нужно, жир заберем. Так, опять флаурсы. Что-то они хорошо там наебнули, я смотрю. Ну ничего не поделаешь. Блин, наша игра глючит. Что они там вытворяют, слушай? Совсем крыша поехала. Вообще-то, если бы я не знал заранее, что здесь есть какие-то секретики, я бы сюда, честно говоря, не попёрся. Долбят, долбят. Не знаю, уже можно было давно продолбить, что хотели. Что они здесь ломать пытаются? Хрен поймешь. Ладно, попробуем как-то с этим разобраться. Так-с. Пошли, в общем-то, как надо идти. Как не надо, я чувствую, нам тут придется еще находиться, потому что тут переломали хреновую тонну всего. Знаю, знаю. Так, больше ничего интересного нет. Не, мне вообще-то вот это помещение стало нравиться. Я теперь его стал обожать. Не люблю тишину. Это, походу, последний, который бился, пробился, наконец-таки. Сейчас мне вопрос... Ну ладно, посмотрим давай. Чего они тут, блин, поломали-то? Во-первых, все здесь расхреначили практически в ноль. Молодцы. О, блин. Запилили так запилили, я скажу. Ага. Counting Rifle, Steel Armor. Ладненько. Тут я помню, кто-то писал изначально то, что он, мод есть, который дает задания. И помимо обновления локации, еще новые дома бывают появляются, спаунятся. Помню, как называется этот мод. Немножко заинтересовало. И мне интересует, как мне, блин, тут вообще хоть куда-то пробраться-то. Ха-ха-ха. Какая милота, слушай. Кретины поломали. Хотелось бы мне понять, что сначала. Вот здесь была какая-то лестница, да? Возможно. Была.
Можно было. Да, блин, прыгаешь ты как последний твою дивизию индюк. Так, а это что за место? Ну ладно, предположим. Ага, ладненько. Так, ну хорошо, вот сюда я забрался. Дальше-то что? Вспоминай, блин, называется. А тут зомбики так строительно все покромсали. То хрен чего узнаешь. Так, а где эти секретные-то контейнеры? Ну вот, один секретный контейнер я вижу. Блин. Вот этого я не ожидал. Так, HD, АК-47, чего, блин, простите? Ужас-то какой, это что-то еще означает-то вообще? HD, АК-47. И как это перевести? HD. АК-47 в двойной HD графике. Да, бредятина. Согласен. Обожаю эти лестницы. Ага. Так, что у нас здесь такого? Я даже вот это вот не знаю, что такое. Вот это интереснее уже. Так. СМГ я знаю. Это просто книга. Это у нас... Не нужно. Не нужно, заберем. Кто здесь расшумелся? О! Не, ну зомби в туалете с потолка, это, по-моему, перебор явный. Ребят, чё так припёрло? Что ж на стену залезли? Здравствуйте. Так, главное тут мину. Не наткнуться бы.
Так, у нас здесь. Так, вот у меня вопрос, как я главный приз отсюда буду забирать. Это вот интереснее еще раза в три. Ну хотя, что повыкидывать я найду. Думаю, хлама, а тут я насобирал всякого. Я для начала найду ли там что-то полезное. А этот вопрос меня немножко посильнее мучает. Чё? А, я понял. Да мне надо сюда забираться. Лады, поползли. Лабиринт ездить налево. Угу. Ну, все хитро так как. Так. Я не знаю, кого больше бояться, радиоактивных или этих чудиков. Блин, последний ремонт остается, это плохо. Блин, полицейские не взрываются. Не очень скажу. То, что я ее... Да ладно. Так, ладно. Вот, блин, закончили здесь. Чего интересного? Чего интересного? Железный. Так, это вообще все неинтересно. Да я понял, понял. Так. Это надо выбросить. Нитки можно выбросить. Да ладно, вы гоните. То есть я понял. Ну ладно. Заткнитесь, блин. А, так это лестница была. Я просто дверь закрыл. Погоди, я вернулся.
Так, стоп. Я, то есть, вернулся, да? Ладно. Я не понял, куда тогда я вернулся. Такс. Здесь прошарились, здесь прошарились. Нет, это я просто на этаж выше поднялся, я понял. Такс. Тут практически без вариантов. Слушай, я неплохо зато набрал этой хрени. Это меня уже радует. Что ее не надо будет крафтить. Да, это я, получается, сейчас к лестнице. Надо пердюхать. Ну и что, и наверх чесать, что ли, потом? Блин, неохот как-то. Чего? Всего 1000? Ну ладно. На верхний этаж то надо по-любому забираться. Это еще и не верхний этаж. Лады, предположим. Чего, никто не пойдет? Алло, народ, я жду хоть кого-нибудь. Там уже крыша. Я понял. О, а тут прям целый госпиталь, слушай. Как цивильно-то сделано. Не, ну вот это я понимаю, нормальные больничные, как говорится, койки. Мониторы подключены. Вот это, да, похоже на поликлинику. Так, скраб, скраб, забираем. Не помню, знаю я полицейскую машину? Нет, не знаю. Да уж. Дух апокалипсиса вот здесь вот он есть. Вот кто бы что ни говорил, он здесь имеется. Ох, я чуть не обделался. Твою налево, это было страшно. Надо почаще назад отглядываться, тут точно тут. С сердцем проблемы, блин, станут. Такс. Это я здесь был, здесь был, здесь был. Значит, нам надо как-то вот сюда, потом туда. Так, здесь у нас что? О, здравствуйте. Никогда не откажусь от аптечек. Так. Милитари фибр я, пожалуй, выброшу. Да книги тоже можно скрапать все, по сути. Но алкоголя столько я не знаю. Нужно или нет.
Спится до усмерти во время зомби-апокалипсиса, да? Сомневаюсь, что это такая лучшая идея. Если нет других вариантов, фиг его знает. Так, давай-ка туда проникнем. Что это здесь закрытое помещение, я не понял. Что-то секретное делали, да? Небось. Как бы... Даже зомби нету, странно. У меня есть одно подозрение, где все зомби. Туда пусть там и шляются. Есть. Они где-то есть. Да, конечно, капец, с вами зомби-апокалипсис. Знаете, мне вообще-то интересно. А какой умник решил во время зомби-апокалипсиса госпиталь разместить на самом последнем этаже? Чем это вот это обусловлено? Так, слушай, где-то здесь надо найти проход дополнительный. Вот я не знаю, где его искать. Вот, во-первых, место неплохое. Где сейф-то хоть? Здесь же, блин, сейф должен был быть. Ладно. Показалось. Да ладно, вам показалось. Вроде там реально сейф был. Ладно, короче, пошли наверх. Я тут уже запарился плутать, реально. О, блин. Ага. Так тут еще не так все просто, как казалось бы. Лёшкин, ты матрёшкин. Хорошо, я сюда пришел, дальше-то, блин, что? Не, туда я нахрен не пойду, чё, больной? И чё я сюда приперся? Сумочку найти? Укусить кого-нибудь. Нет, по карнизу все-таки надо будет идти. Падать далеко. Ну, проматерить всех успею. А здесь нет карниза. Еще сюда нельзя. Здесь карниз есть. Здесь хоть можно пройти. Так, ладно. Где этот наш? Лестница. Хотел сказать лифт. А, здесь свободный проход. Все. На последней траектории пути к успеху.
Это что сейчас, блин, было? Ох, ёшкин ты, матрёшкин, ни хрена себе полет бобра. А, здравствуйте. Я тоже рад вас видеть. Откуда вышли? А, ну ладно. Ни хрена себе так пролетелся. Со свистом так. Ни хрена себе, сказал я себе. Вот это прикольная ловушечка. Сколько у меня там? Ноженьки болеть будут. Час. Ой, как мило. Не, ну это прикольно. То бы что не говорил. Это вообще веселуха была. Вот этот прикол, конечно, я запомню точно. Давай, поднимайся, ты моя сволочь сдохлая. Слушай, как конкретно все ввалилось. Не, мне нравится. Очень темно. Слушай, это ловушка такая или просто случайность? Вот мне интересно. Кто в курсе, напишите просто. Я что-то не помню последний раз такого, когда я тут... Хотя я его всего один раз этот данж проходил. Вероятно, какая-то ошибка просто. Но хотя, может, и ловушка тогда, вообще темная ловушка такая. И полетел, так со свистом. Мим. Так, где приз главный-то, блин? Ну, считай, это сколько? Я за две серии его прошел. Серию, конечно, сколько она уже идет? 41 минута. Ну, нормально как раз, 43 минуты. Буду заливать. Ну, мне лично понравилось. Ну, слушай, я в это здание бы второй раз полез. Незабываемо. Ну, надо, да, на ночь глядя лезть. Иначе это не так прикольно. Хотя и днем сюда можно полезть. Хотя я реально не могу понять, где вообще все радиоактивные зомби. Они что, на последних уровнях ко мне пойдут? Слушайте, ребят, я бегать не умею. Можно как-нибудь поаккуратнее со мной? О, этот что-то еще мне выкинул. Презентик, так сказать. Так, и сейчас самый главный приз. Он находится вон там вот наверху. Ну, как всегда, хреново тонна бесполезного хлама. Кто бы сомневался. Так что, наверху кто-то есть? Ну, я не знаю, кто здесь где шумит. Честно, насрать. Вот честно, вот признаюсь. Дай что-то хорошее. Что это такое вообще? Почему такого низкого уровня? А, блин. Такой темный пулемет. М249, значит, ага. Так, ладно. Слушай, я не зря сюда шел. Я не зря сюда шел. Я не зря тащил сюда свою задницу. Хотя бы что-то радостное. Так, ладно.
Так. Сейчас подумаю, что выкинуть, я уж всяко найду. Но главное, пулемет отхватил на 200 патронов. Это, конечно, не то, что я искал, но, друзья, уже гораздо то, к чему я стремлюсь. 24 уровня, правда, говно полное, да? Чего? Рейнджер дамач 83. Слушай, а что-то у него какой-то нехреновенький, я тебе скажу, дамаг. У меня 77, а тут 24-го. А, может, от скорострельности, кстати, как-то зависит. Какие патроны-то ты используешь? 5,56 на 45. Блин, меньший калибр, больший дамаг, че за нафиг. Ладненько, друзья. Что ж, на этом буду заканчивать. Надеюсь, вам понравилось. Вот мне вот лично конец понравился. Вот стоило реально ради этого пулемета переться в этот долбанный дом. И который пообещал, поклялся, помню, с 15-й альфы не лазить. Это я точно помню. Потому что я охренел в нем полз, или в 16-й я полз, уж не помню. Всем удачи, друзья. Всем пока.